Նորից մենք հաստատում է Ռուսաստանի ապստախարարը, որ Փաշինյանը վերջնականապես փակել Արցախի կառավարման հարցը, խոսում է, որ Փաշինյան Պուտին Ալիև բանակցությունների երբևէ չի քննարկել Զանգեզուրի Միջանցքի հարցը. Խնդրեմ ես մասով ձեր դիմատական առաջին ունեցել ձեզ խոսելու, նաև գիտեք, որ բանակում վերջին շրջանում մահեր են անընդհատ ու նորից ու չդադարող, և նաև այս ամենի զուգահեռ տարածաշրջանը բավականին եռում է, և ինչ սպասել հնարավոր պատերազմի մասին է խոսում, հաշվառելով թե Ալիևը ինչ սպառնալիքներ է հնչեցնում։ Добрый день. Ну, если мы сейчас переходим к тому, что сказал Лавров, Россия свою риторику не меняет абсолютно. Она всегда заявляла о том, что решение окончательно по Арцаху принял Пашинян. Сегодня Лавров заявил о том, что в трехстороннем соглашении 9 ноября было Нагорный Карабах, Арцах подразумевался как зона российских миротворцев, да, зона влияния российских миротворцев, и статус должен был обсуждаться. И для них было огромным шоком, когда осенью 22 года под председательством встречи, под председательством того самого Макрона, который себя строит защитника Арцаха и Армении, состоялась встреча, на которой была признана обоюдно-территориальная целостность Армении и Азербайджана, когда фактически Пашинян признал Арцах территорией Азербайджана. Ну, здесь на самом деле уже сказано очень-очень много слов, и говорить об этом сейчас бессмысленно, потому что будем повторять то же самое, что сказали сотни раз. Опять же, Лавров сказал, что никакого Зангезурского коридора не было предусмотрено. Если так, встает вопрос, почему Алиев говорит о Зангезурском коридоре именно на тех условиях, которые нужны ему, то есть экстерриториальные. Все просто, все очень просто. Потому что Пашинян оставил Армению без союзников. Оставшись без союзников, уйдя от Москвы, но при этом еще не придя к Западу, которому нафиг не нужна Армения, и гораздо более им единственное важно убрать Россию из региона. И все. Азербайджан для них намного важнее с точки зрения их ресурсов. Та же Франция, та же компания Total, которая уже в этом году на 500 миллиардов, если не ошибаюсь, в общем, какие-то колоссальные суммы там вкладываются и зарабатываются. Все это стоит намного выше интересов Армении, особенно когда интересы Армении не защищаются даже армянской властью. Никто их тогда в этом случае защищать не будет. Поэтому Алиев пользуется этой ситуацией, зная, что сегодня Армения одна, самостоятельно противостоять не сможет. Она окружила себя, по сути, врагами, потому что то, как себя вела армянская власть в прошлом году по отношению к России, по-другому как вражеское, не назовешь отношение. Азербайджан прекрасно знает, Баку прекрасно знает, что в Франции, США, они максимум, что сделают, это там ноты протеста, заявления, недовольства и все, не более того. Поэтому он, Алиев, сегодня может делать все, что угодно. Именно поэтому, поняв это, Пашинян с начала года пытается всеми правдами и неправдами стелиться перед русскими и пытается наладить отношения с Москвой и с Кремлем. Но у него это не получается. И слава богу, что не получается, потому что если ему удастся в очередной раз обмануть Москву, то ничего хорошего нас не ждет. Абсолютно. Если кто-то сомневается в том, что Пашинян действительно стелется перед русскими, я об этом много писал, приводил много фактов. Во-первых,
Вот я знаю, общался с людьми, и с начала года российским структурам в Армении дан вообще полный зеленый свет, несмотря на то, что в прошлом году ставились постоянно, ставились палки в колеса. То есть это первое изменение. Дальше мы увидели, что Армения приняла участие в заседании ОДКБ. Как мы помним, в прошлом году это игнорировалось полностью. Далее Пашинян не поехал в Давос, хотя это площадка, на которую бы в прошлом году он бы пешком бы пошел, лишь бы там поучаствовать, понимаете, сфоткаться с Зеленским, повстречаться с Блинкиным и всячески позлить наших союзников. Затем вчера вообще потрясающая новость. Посол Армении в России по собственной просьбе, по своей просьбе пошел навстречу к зам главы МИДа России и обсуждал скорейшее возвращение к работе трехсторонней группы по договоренностям, достигнутым 9 ноября. А до этого еще за день самые ярые русофобы, вот такие отвратительные конченые, которые есть, вот эти Гагик Мелконян и Андроник Кочарян, они высказываются о том, что российское вооружение пришло в Армению частично и выражают уверенность. Андроник Кочарян говорит: я уверен, что все остальное будет также доставлено. Невообразимые слова, невозможно себе представить, потому что тот же Гай Мелконян, который сейчас позитивно откликается о России, он говорил о том, что всячески пытался оскорблять, и говорил о том, что если Путин приедет в Армению, его должны арестовать. Вот такие метаморфозы случаются. Также я писал, говорил о том, что в правящей партии гражданский договор намерены создать пророссийский блок. Да, для того, чтобы опять доказать свою дружбу с Россией, возглавить ее должен, по крайней мере, должен был, пока я не опубликовал эту информацию, Сурен Папикян, учительница, которая возглавляет Министерство обороны. Прекрасно мы видим, как справляется своей ответственностью Папикян, когда у нас даже в те моменты, когда нету никаких столкновений, у нас жертв в армии. Ну, это бог с ним. Коллеги из телеграм-каналов опубликовали прекрасные цитаты Папикяна про Россию, где он говорит о том, что там это чуть ли не враг, и надо выходить из таможенного союза, отовсюду. В общем, с Россией дружить нельзя. Это говорит человек, которого сегодня пытаются сделать главой пророссийского блока. Я не знаю, это издевательство со стороны Пашиняна над русскими, либо у него такая огромная проблема с кадрами. Честно сказать, я думаю, что второе, потому что вся его шайка, она, конечно, стоит друг друга. И особенно вот в этой антироссийскости они себя проявили прямо очень и очень круто. Но я, опять же, говорю, высказывался много раз и подтвержу, сегодня мы увидели, что Пашиняну не удалось пустить вот эту пыль в глаза, а это означает для него очень большие проблемы. Потому что, как я говорил, сегодня он остался один. Он остался один против Азербайджана, который по воле Пашиняна сегодня стал намного сильнее, чем Армения, к огромному нашему сожалению. И он прекрасно знает, что в одиночку он может добиться больших результатов. А кто сейчас будет помогать Армении? Никто. Поэтому единственный шанс на спасение Армении – это
отставка Никола Пашинян и все его шайки. Тогда у нас есть некий шанс на спасение. Я много раз говорил о том, что Азербайджан в дипломатическом плане также полностью переиграл Пашиняна. И сегодня мы видим это, сегодня Лавров заявил о том, что Азербайджан готов подписать мирный договор на территории России. Готов ли на это Ереван? У него такой информации нет. Чем он дает понять, что нет, не готов. Хотя, если тенденция того, что происходит в первые вот эти две недели Нового года, продолжится, то, то не то, что подписать мирный договор, я не удивлюсь, если гражданский договор соберет митинг, пойдет, там, я не знаю, к российскому посольству и будет признаваться в любви. Потому что, ну, это их поведение, как бы, ну, просто, знаете, когнитивный диссонанс вызывает. Просто вот биполярка, знаете, биполярное расстройство, когда весь прошлый год максимально делали все, чтобы уничтожить отношения с Россией, и вдруг сегодня начинается... Абсолютно обратно, любыми способами пытаются наладить отношения с Россией. Просто невозможно себе представить. Это про то, вот, кстати, Арам Габрилянов недавно писал, что некий психолог поставил диагноз Пашиняну о том, что он из тех политиков, которых в мире практически не осталось, которые действуют ситуативно. Он... У него нету никакой глубины планирования, у него нету ничего. У него единственное, что есть, это сегодня и сейчас. Когда они пытаются, вот он проснулся, увидел ситуацию такая и постарается под эту ситуацию не руководить ей, ничего. И поэтому сегодня, увидев то, что Россия не такая уж слабая, как им оказалось, а довольно-таки сильная. То, что Запад не идет на помощь, не собирается ничего для него делать, он встал и начал опять вдруг проявлять знаки внимания и готовность дружить с Россией. К чему можно это привести? Вообще ни к чему. Абсолютно ни к чему. Потому что подобные люди в... большой политике, в большой игре не имеют права вообще участвовать. Потому что приход таких политиков к власти, таких людей к власти, не политик, он может привести только к одному. К тому, к чему уже привел, мы видели тысячи жертв, потерянные наши земли. И все это будет продолжаться. К огромному сожалению. Как этому противостоять сегодня? Большой вопрос. Особенно с учетом того, что творится там в оппозиции, которой по сути нет. Которая между собой больше ругается, чем ругается с Пашиняном. Еще вопрос. Вот у власти есть мирная повестка. Да? Фактически сегодня ее уничтожает Алиев. И это огромная проблема для Пашиняна. Но у них хотя бы есть мирная повестка. Какая повестка все-таки у оппозиции? Есть повестка какая-либо? Нет. И в этом еще кроется суть той проблемы, почему Никол до сих пор у власти. Потому что нету борьбы с этой властью. Иллюзию создают, кого-то раскручивают, кого-то пиарят, где-то что-то пытаются, там кто-то красивыми заявлениями бросается словами, все. И не будет. Но она должна быть. И это все очень тяжело. На самом деле. Людям, которые в этом во всем даже понимают, видят. Ну, мне очень хочется верить, что геополитические центры
повлияют на ситуацию в Армении и не дадут ей исчезнуть. Потому что то, что творится в Армении, внутри Армении, и во власти, и в оппозиции, и во всех, и в обществе, никоим образом не может спасти Армению. Кто-то сдался, кому-то наплевать, кому-то важны деньги больше. Думает только о том, как набить свое пузо и все. Все, понимаете? Ситуация крайне тяжелая. Не безвыходная, безвыходных ситуаций не бывает. Но крайне тяжелая. Надеюсь, что в ближайшие месяцы мы сможем. Если, конечно, не продолжится политика Пашиняна по отторжению союзников, которая приведет, однозначно приведет к новой эскалации. Новая эскалация, она очень вероятна. Потому что задайте себе вопрос, зачем Алиеву подписывать мирный договор? В чем смысл для него подписания этого договора, если при нахождении Пашиняна у власти он может делать совершенно все, абсолютно все, и ничего ему за это не будет. Мы уже убедились, что Пашинян не будет отвечать, а если не будет отвечать Пашинян, никто вместо него вступаться не будет, не могут быть ни русские, ни французы, ни американцы больше армянами, чем сами армяне. Понимаете? Հիմա Փաշինյանը ճարահատյալը Ալիևը մերժեց հայելային հետ քաշման զորքերի, հիմա այլ ասում է, արի միասին պայմանագիր կնքենք, միանց պարազիլությունները վերահսկելու վերաբերյալ, սա ասում են արդեն վերջին ու ասում ճագարի մեղն է լինելու, ինչ է նշանակում Ադրբեջանը վերահսկի մեր պարազիլությունը, ո՞նց ենք զինվելու. Ничего не будет подписывать с ним, ни на какие соглашения Алиев не будет идти. Алиев будет ставить условия. Алиеву это критически на внутренней кухне. Он сейчас объявил внеочередные выборы, пока он на коне он вернул Арцах, да, в Азербайджан. Он сейчас переизберется. И дальше надо понимать, что Алиев 30 лет строил свою политику там на одном факторе, который объединял, это вражда к армянам. Все. Еще раз, ему, он и сейчас, по сути, сейчас Пашинян сам завел нас в ту ситуацию, когда никоим образом мы не сможем с договорами или без оружия привезти в Армению и вооружить. Потому что... А, пришли. О, Асад. Ебай нас, зэнки экеле электро чужи. Իրան գիտի շուտ է նասը։ Չէ, я не думаю, на самом деле, потому что тот же, допустим, Андроник Кочарян, как я уже говорил, он заявил о том, что я совершенно уверен, что российская остаток вооружения, потому что пришла часть из той партии, обязательно прибудет в Армению и так далее. Более того, здесь сейчас ничего не зависит от Пашиняна, потому что все, что происходит в регионе, уже решают геополитические центры. Его слова, его решения, вообще на них всем наплевать. Абсолютно наплевать. С Алиевым, да, разговаривают. С Алиевым ведут переговоры, потому что Алиев договороспособный. Да, с ним можно вести разговор. Но на это, про этого же идиота, про Пашиняна, все и русские, и европейцы, и американцы, и иранцы, все говорят, что он сумасшедший, с которым разговаривать невозможно, с которым договариваться невозможно, потому что они прекрасно знают, он может проснуться в любое утро или может
выпить на 100 грамм больше лишнего выпить, который он пьет каждый день, и сделать что-то такое невообразимое. Невообразимое. Я, допустим, знаю, что в 23-м году его уговаривали европейцы не портить отношения с ОДКБ, потому что не выходить из ОДКБ. Почему? Потому что сегодня у них нет ресурсов занять здесь какие-то позиции, обеспечить безопасность. Если европейцы это не сделают, это сделают турки. А европейцам тоже невыгодно сильно усиление влияния Турции и Азербайджана в регионе настолько. А он все равно шел на это. Несмотря на то, что его просили те, которые мог как бы... куда он идет, на Запад. Поэтому здесь ситуация такая, что я говорю, он полностью, сегодня все же видят, и европейцы прекрасно видят о том, что происходит последние две недели в Армении, и как армянская власть, какие усилия прилагает для того, чтобы вновь улучшить отношения с Россией. Ну, и безусловно, они в свою очередь предпримут действия. Они не оставят эту ситуацию, потому что они как бы уже практически перетянули ее на себя. Они не будут терять регион. И поэтому я говорю, что Пашинян это синоним войны. Будь то геополитическая война, потому что сегодня он притянул, сделал Армению эпицентром геополитической войны в регионе. Или будь то горячая уже, мы проходили уже несколько этапов войны, и новое будет тоже, если сегодня ничего не изменится. Тогда Алиев после проведения выборов в любой из дней войдет в Армению, и тогда уже будет добиваться всего, чего хочет, любых условий, которые он хочет. Россия говорит, да, о том, что сейчас... А то, что никогда в трехсторонних договоренностях речи не было о Звенигородском коридоре. Но если сегодня Россия не участвует вот в этом переговорном процессе, если Армения не участвует в площадках на российской основе, как Россия может это обеспечить? Никак. А если Россию оттуда выдавливают, если Западу пофигу, и им даже интересен этот Зангезурский коридор, потому что этим самым коридором они отрезают сухопутный Иран, по которому рано или поздно удар нанесут, то, конечно, Алиев пойдет и силы его возьмет, и никто его не остановит.